Полковник Щеголь был заметно рад, что с памятником справился так скоро. И долго щелкал фотоаппарат услужливого фоторепортера. Ого! Я такие стихи не знаю. Так, Богдан, пару слов предварительно перед выступлением. Надеемся, нас не трахнут. Так. А более содержательно. Как оцениваешь конкуренцию, свои силы? Очень жестко оцениваем. Думаем, что будет минимум 4-5 людей, которые пойдут за 10. Ты, по-моему, третий в номинации? Или третий, или второй, да, без понятия. Но номинация это такое, а финальный результат совсем другой. Так что будем смотреть. Справедливо. Виктор Сергеевич, ваши ожидания от выступления Богдана? Поднять настроение. А по цифрам? Короче, поднять все, что можно. И, естественно, что... Ждем интересной борьбы. Ну, слушай, ты приехала вместе с Богданом в такую даль. Да. Это самый далекий, получается? Самая далекая страна, куда ты поехала с Богданом? Нет, но мы были еще в Южной Африке. А, в ЮАР. Да. С твоей силой, я думаю, сколько мы там в прошлый раз говорили, плюс 10 даешь? Да. Я надеюсь на плюс 15 этот раз, потому что тут очень жарко, поэтому пусть будет плюс 15. Все. Запас у тебя есть? Не думаю. Старость не радость. Владимир, пару слов перед выступлением Богдана. Что от него ждете, какие цифры? Он не слушает. Все, тренируйся там. Ожидаем точно призовую тройку. Чем выше, тем лучше. А по цифрам? А по цифрам она не так принципиально. Главное, чтобы медаль была. По цифрам. 30 должно хватить для тройки. А там получится больше и будет еще выше. У тебя были когда-то мысли перейти в 93? Нет, желания пока нет. Там будет. Пока желания нет. А ты много гоняешь или ты всегда такой? 3 килограмма. У каждого города есть пульс. Адреналин заставляет биться его чаще. Заряди страну своей энергией. Все ты можешь. Адреналин Rush. Александр. Я. С чемпионата USA по Men's Physique пришел. О, хорош. Поза все знает. О, ну, пиздец. Это эротический? Это глубокий. Это с проникновением. Что-то баб голову смотришь? Да. Так, просто грудь, свобода. Да куда ты, блядь, зачем? А? Чё ты в ответ? Oh, he did silver medalist as well last year. Now, he's been called on elbow decks from the centre referee. So if we can see that back from the front, maybe with the left arm, maybe borderline. Слушай, странно, что там полгода. Так опустил, да, как украл, да. Да.
решение, что я пожму. Все, тогда, ну, смотрите, да, тут как бы вариант. Это более, более реально. Бля, ну, слушайте, будьте готовы, если что, пулить туда. И так же самое пожми, что нормально. Блядь, только я не уверен, ну, это не так, как я жму обычно. Нормально все. Completely put in the bin by missing his first on elbow depth. He nailed it on his second. That's true, you're gonna stick to the metal or throw your feeling. No, unfortunately. Because that's smart, because he's in front. Galva has to come past him. And here comes us. Oh, great lift. Does he get the three? He does. He moves ahead. And has to outlive. And he had the lower lock number, so he couldn't no choice but to do two. And just it was a quite there. Valiant effort, though. Our bronze medalist from Ukraine, Bohdan Bond. Our silver medalist from Sweden, Josef Eriksson. And for the gold medal with a 227.5 from Mongolia, Orgabold Geldan. And I ask once again, if you would all please rise and remove your caps for the Mongolian National Anthem. После матча, да? Ваше впечатление? Мое впечатление было очень интересное. Немного, конечно, я расстроен, что два представителя желто-голубого флага не попали на пьедестал. Ну, хотя бы один. Я очень рад за своего друга. Очень жалко, что мой соотечественник не выиграл. Ну, такой это спорт. В следующий раз. Честно говоря. Сомнения были. Сомнения. Да. Второй, третий. Второй хороший. Третий опять сомнения. Чуть-чуть переживали за вот это? Ну, конечно, нифига себе, чуть-чуть. Лучше бы сам выступал где-то три раза. По десятибалльной шкале насколько оцениваете выступление Богдана сегодня? Богдана? Был готов лучше, гораздо причем. Но объективные причины были. После матча, пожалуйста, пару слов, Алена. Ваши мысли были? Это было стрессово. Okay, it was stressful. So, what do you think about first attempt? First attempt was the best. Second was worse. But I hope that the first one was the best. Богдан, еще. Так, все, эмоции улеглись, и ты можешь спокойненько рассказать свои впечатления от сегодняшнего своего выступления. Да, мне кажется, что надо просто много жать, и тогда рефери не будут тебя засуживать или слишком консервативно подходить к правилам. Вот, но тем не менее, с первым подходом немножко получилось лажа. Вот, но ничего, мы на следующий год в Норвегию приедем в разы сильнее и подготовлены. Ну, твои первые впечатления после того, как тебе отменило жюри первую попытку, твои первые мысли были какие?
Ну, основное, что решил не идти по первому месту и по второму, как логично, а пришлось идти консервативно и идти по третьему месту. Вообще готовность была, я 20 на 2 работал, то есть я ожидал где-то 27 до 30, и, соответственно, ожидалось, что 10, 20, 27. Когда произошло это, пришлось идти 10, ну а вторым уже просто больше даже не надо было жать для того, чтобы было третье место, потому что и казах, и норвег достаточно тяжело жали. Да, давай проясним нашим зрителям, то есть первые тебе не зачли, точнее отменили по причине неглубоких локтей. А твои первые мысли были какие? Да, сначала я думал, что я реально не допустил, но когда посмотрел видос, мне кажется, что оно весьма глубоко и даже ниже, чем на фото в технических правилах. После соревнования я подошел к многоуважаемому жюри, которые не зачли этот подход, вот, и он был весьма уверен в своем решении. Было видно, что он засомневался, но, наверное, но виду не подал. Да, виду нельзя подавать, иначе твоя ошибка, а так ты правильный рефери, который просто знает лучше. Поэтому да, есть в этом небольшая проблемка. Вообще, когда ты услышал об этих правилах, которые вышли в 2022, да, ты как вообще отнесся к ним? Ты понимал, что будут проблемы у тебя? Да, во-первых, у меня всегда, я всегда в натяжку жал, сейчас и уже берусь мизинцами, я брался указательными и, ожидал, что будут проблемы. Но тут основная история в том, что вместо того, чтобы сделать как-то, объективными эти правила, они их сделали крайне субъективными, потому что, сейчас там на Европе, например, считали все подряд, там локоть чуть ли не на груди, на уровне груди, и все нормально. А сейчас там более жестко. То есть, наверное, была какая-то история с весовыми категориями и соответствующими сантиметрами, которые надо там пожать, или чего-то в этом смысле. Вот, но, какие правила есть, такие, наверное, и будем соблюдать. Кому-то нравится, а кому-то не нравится. Сатуряну очень нравится это правило. Так он, по-моему, продвинул, наверное. Да, это точно было в его плюс. Правила есть правила. Иной вопрос, как они сформулированы и как они инфорсятся. Да, то есть у тебя сегодня в голове, in your mind, ты хотел пожать 27. Нет, 30 очень сомнительно, но 27 оно было там. Плюс еще, когда ты опускаешь второй, третий, я там ее прям хлюпал вниз, вместо того, чтобы натягиваться, соответственно, и сил больше уходит. Например, там основная вообще на третьем проблема была не в том, что у меня там грудь или трицепсы устали, у меня спину свело. То есть, сводит спину, ты сразу не можешь грудь надуть, встретить штангу. Оттуда, конечно, не очень результат. Тем не менее. Как борьбу оцениваешь соперников? Откровенно, мне кажется, что мне везет, потому что в целом соперники подгоняют. Если посмотреть на юниоров, там тоже уже за 20 начали ходить. И в целом моя профессия, она мне мешает. А кто ты по профессии, извиняюсь? Я юрист по международному праву, я специализируюсь. И в целом, когда ты там... То есть ты не тренер из качалочки? Нет. Я сегодня за 2 часа до соревнований отправлял последние корпоративные резолюции. Потому в целом этом есть проблема, и мне кажется, что я выступаю до тех пор, пока юное поколение, например, юниоров, еще не подтянется. Или у меня выйдет так, что будет больше времени для тренировок, а не там в час ночи после того, как ты там уже все. А сколько тебе удается с твоим ритмом жизни тренироваться раз в неделю? Не, у меня выходит 3, плюс мы дома сделали себе зал. Аленка меня в этом очень поддержала, да, и это, спасает, потому что, в Украине из-за того, что комендантское время, ты не можешь тренироваться ночью, а, например, если ты там поздно с работы закончил, там 10:30 или 11:30, еще не ел, то ясно, что ты в зал уже не поедешь, а когда он есть дома, мы там хотя бы какой-то арбитрайчик или какие-то гантельки подергать можем. В целом я бы не сказал, что это того уровня там тренировки, которые ожидаются от
атлета на международном уровне. Вот так. Круто. А дальнейшие спортивные? Я на Европу не поеду, потому что совпадает, кстати, с бизнес-трипом. И у меня не получится поехать в Стамбул. Вот. А в целом, наверное, или все-таки сидеть 93-й, или все-таки ходить в 105-й, вот это надо решить. Потому что, с одной стороны, ты хочешь быть там атлетом и на международном соревновании ездить, с другой стороны, если ты в 93-й, ты хоть еще на человека похож, когда 105-й, ну, это ты уже как пельмешка. Вот. Ну, и на сердце, и на суставы. То есть, тут надо будет найти баланс между спортом и между тем, что ты хочешь видеть по жизни себя, да, со своим здоровьем и вот такими вот. А ты много подгоняешь к 93? В целом было очень много, потому что у меня изначальный план был уйти в 105-ю, и я прям до сотки догнал. А потом то ли я траванулся, то ли, ну, что-то со мной, то ли работы было много, и я, ну, прям застопорился, не мог набрать. Причем, ну, там, 100 килограмм, это там половина из этого воды, а вторая половина жира. И потому, ну, было решение уйти обратно в 93-ю, потому что я не догонял по весам. Вот. Хотя, ну, шло достаточно неплохо. И в целом, думаю, что все-таки буду оставаться в 93-й. И, возможно, буду подумать о том, чтобы скручивать обороты по профессиональному спорту и больше уже задумываться там про рабочие моменты, семейные моменты и так далее. Или альтернативу? Нет. Ну, в целом, спорт нужен для того, чтобы ты реально соревновался с теми, кто, ну, абсолютно лучше и в одинаковых условиях. Как минимум, здесь, мне кажется, до нуля, ну, не до нуля, но до каких-то низких процентов снижен риск того, что кто-то будет заряжен с большой харей и начнет тут раздавать. Вот. А в альтернативе, ну, в этом особого, там, ну, смысла нет там выступать. В целом и не та конкуренция, и... Окей, возвращаясь к твоему возможному переходу в 105, ты вот набрал сотку, ты почувствовал, что тебе легче жать, ты почувствовал больше сил? Ну, у меня с весом вообще все потрясающе получается. Как только я набираю, у меня сразу, ну, плющит результаты хорошо. Я там по 30 уже начал подходить. И у меня точно так же было, я там в 74-й, у меня, если не ошибаюсь, был максимум в районе там 185, да, 185, в 83-й я уже ходил, 97 у меня самый большой был, а вот как только в 93-й перешел, уже там 228 ходил, но по старым правилам. Вот, потому где-то вот такая вот история. Окей, ладно. Три совета начинающим жмовикам, чтобы жать много. Как говорит Виктор Сергеевич Неликин, чтобы жать много, надо много жать. Вот, это, но на тебе это не работает, большая, ты знаешь, что немного. Большая шутка, да. Но, наверное, это обязательно идти в тусовку тех, кто много жмет. То есть вот искать тренера, там буквально писать, не знаю, во все возможные инстанции для того, чтобы к нему попасть. И это сразу уберет там кучу лет, которые ты просрешь на хер пойми шо. Это первое. Второе, наверное, это понимать вообще, ты хочешь заниматься профессиональным спортом или нет, потому что, ну, оно занимает очень много кэша.